Ну, что за там, где фильм идет? Фильм это из 70-х фраза. Сейчас называется слайд-шоу. А? Да вы что, правда что ли? Да, вы что, не слышали, что ли? Вы откуда? Ну, так мы... Вы откуда? Я? Секрет? Да. С Иркутска. Понятно. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные? Да, на разные. О чем слайд-шоу-то? Ага, виды Харькова в данном случае идет. Ну, понятно. И что там? Ну, сейчас просто освещение слишком яркое и не очень надо... А, не очень видно? Это вечером хорошо видно, да. Понятно. Ну, а вы сами с Харькова, что ли? Да, сам с Харькова. А в Канаде давно? С 5-го года. И как там? Ну, нормально. Сейчас вот, правда, к сожалению, отключили неделю назад российский роуминг. Проблемы создали. Ну, посмотрим, как дальше будет. Роуминг российский отключили? Да. И что, связь теперь с Россией плохая, что ли? Ну, что, связи в смысле плавал? Связи вообще нет по симке уже. Ну, раньше как роуминг был нужен только для смс-ок из банка. Ну, сейчас по интернету... Не, ну по интернету все равно можно общаться. Общаться можно. Я вам говорю про... Когда вы перевод делаете, если вы, допустим, в каком-нибудь российском банке, как правило, приходит вам смс-ка с кодом подтверждения. А-а-а, вон она какая хрень. Вот так. Ну, вы же, наверное, знаете это. Переделайте перевод. Ну вот. Не, я понял. Я просто... То, что там надо это... Как бы, да, смс. Не, ну можно без смс-ки, там, без подтверждения. Ну, если маленькая сумма, да, да, да. А вы в каком городе живете? Я живу в Торонто. А, ну, Торонто это как бы, да. Ну, как бы, да, да. Много там русскоязычных. Ну, да, в Торонто. Я так бы сказал. В Торонто много. Я вам даже конкретно скажу, 6,8%. У меня просто по переписи 2010 года. Дочь моей второй жены в Ванкувере живет. Ну, в Ванкувере поменьше, она тоже есть, да. Ну, там китайцев дофига. Там китайцев в основном, да. Это точно. Да, да, да. Она туда, когда приехала, 2000, какой это год-то был? Восьмой, наверное, девятый. Она в школу там заканчивала. Она здесь закончила и там закончила. Короче, две школы. Ну, понятно. 11 класс. И у нее в классе там, короче, были одни китайцы, и одна русская, и еще одна была латиноамериканка. И одна канадка. Все. Весь класс был. Понятно. Ну, я понял вас, да. Кстати говоря, есть, ну, при СССР, или уже... Ну, при СССР, конечно, говорите о позднем советском футболе, ну, СССР, ну, наверное. За кого я мог болеть? Конечно, за металлисты. Более того, во время учебы в аспирантуре в Москве я был председателем Московского общества болельщиков металлиста. И металлист, если вы знаете историю советского футбола, позднесоветского, то металлист взял один из последних кубков СССР в 88 году. Я вот был на банкете, даже этот кубок в руках подержал. Не, я за «Спартак» болел. Кубок СССР. Не, в смысле, и болею, естественно. Ну, я понял, да. У нас в 80... Я когда учился в 88 году в политехе у нас, один был с Киева. Он, конечно, за киевское «Динамо» болел. Мы учились с ним вместе в политехе в одном, в Иркутске. И вот у нас это, все нормально, вот как, но только как за футбол разговор зайдет, у нас там это. Я за «Спартак», он за «Динамо». Понятно. Я за я против киевского «Динамо» болел даже в международных матчах, начиная с 78 года, когда они... есть такое, да, да. Ну, это команда «Шакалов», когда они опустили металлистов в низшую лигу, забрав 6 лучших игроков. Лобановский вообще...
Он пользовался, этого я не знаю. Он пользовался приоритетом, и через Щербицкого, он по звонку Щербицкого в обком, он забирал, кому ему забыл. Лобановский, да. И вот он, такой, слышали фамилии, может, Бессонов, Болтача? Да, конечно, знаю. Вот он этих футболистов забрал из «Металлиста». Они были призерами молодежного чемпионата мира. И вот 6 лучших игроков он забрал из «Металлиста», обескровил «Металлист» и опустил «Металлиста» в низшую лигу. И вернулся «Металлист» лишь в 82-м году в высшую лигу. Но должен был вернуться в 81-м. Его Москва тянула как только можно. Это все-таки 5-й город СССР. И не представлен в высшей лиге, это было с точки зрения Федерации футбола не очень нормально. Ну, и Москва его тянула со всех сил. А вот в то время, в позднесоветское, были часто очень напряженные отношения между соседними обкомами, если вы застали это время. Не, ну я как бы, я с 70-го года рождения, про обкомы я не знаю. Ну, вот из крупных обкомов наиболее враждебные отношения были между Харьковским и Днепропетровским обкомами. Они были прямо такие постоянно враги между собой, на личном уровне, эти первые секретари обкома. И вот, когда «Металлист» тянули в высшую лигу, последний матч они должны были выиграть на своем поле у «Колоса» Никополь. А Никополь – это Днепропетровская область. И вот Никополь, «Колосу» это вообще этот матч ничего не решал. Они как бы хоть выиграли, хоть проиграли, они оставались на 8-м месте по-любому. А «Металлист», если выигрывал, он выходил в 81-м в высшую лигу. Так Днепропетровский обком, чтобы поднастрать Харьковскому обкому, так замотивировал этих футболистов «Колоса» Никополь. Там потом говорили, что по машине или по квартире им дали каждому, чтобы они не проиграли. Что они костьми ложились. И вот «Металлист» выигрывает 2-1. Вроде народ уже спокойно сидит, там чувствует, что вот вышка в кармане. И «Колос» забивает неожиданно шальной гол. Что-то началось на стадионе, все в шоке, вышка уходит. И судья был за «Металлист», поскольку из Москвы судья, он тянул «Металлист» по предписанию Федерации футбола. Он назначает пенальти сомнительный в сторону «Колоса». «Металлист», лучший бомбардир, лучший пенальтист «Металлиста» не забивает пенальти. Потом он добавляет 7 минут дополнительного времени. Это сейчас нормально 7 минут. А для тех, я хотел сказать, что тогда раньше такого не было. Это был полнейший нонсенс. И вот, значит, тренеры «Колоса» уже выскакивают на это. У них тоже заинтересованность. Они получат машину или не получат. Окружают этого судью со всех сторон. Не дают ему шага ступить и показывают на часы, что свисти. Ну, наконец, он сдается, свистит финальный свисток, и вот перед стадионом вот так вот руками разводит. Ну что, ребята, я сделал все, не, что... Не, ну судьба тут, извините, да. Мотивация, да, как бы футболистов имеет... Они же все равно выиграли. Но... Неподкупно же, правильно? Да, ну, судья говорит, извините, я сделал все, что мог. Развел руками перед стадионом. И вот в 81-м году «Металлист» в итоге не вышел. Там вышел «Шинник» Ярославль. Высшую лигу. А «Металлист» вышел в следующем году, в 82-м. Интересно, а почему вот сейчас Черноморец был, да, там одесский, Днепропетровского, не же Днеп, как он назывался? Днеп назывался, да. Да, Днепр же, Киев, Одесса, Днепр. А Харькова почему, блин, не было-то так? Ну, что значит не было, я же вам говорю. Ну, вот был, он был. Он не, но нет, я имею в виду, что... Его не было в интервале с 78 по 82 год. Ну, я имею в виду, что много же времени. А не было, потому что вот этот шакал Лобановский забрал 6 лучших игроков. Обескровил «Металлист», поэтому его не было. Вот шакал Лобановский. Он нашу сборную чуть к этим, к медалям, к медалям приводит. У него есть заслуги, безусловно. Он же серебряные медали чемпионата Европы взял. Да. Европа, да. На международной арене у меня нет к нему претензий. А вот в чемпионате СССР это шакал первостатейный. Ну, у вас, да, внутренний, я понимаю. Это шакал первостатейный. Да, не, ну тогда было намного лучше, чем сейчас в футбол, если так вот посмотреть, это 100%. Ну тогда было. Даже мне кажется.
тогда... И мировой даже лучше был, и чем сейчас. И мировой лучше был. Ну, как говорится, тогда меньше было развлечений, как говорится, при СССР. И футбол – это одно из таких знаковых развлечений. Более того, вот КГБ грамотно сработал, что начиная с 79-го года он начал поощрять и пиарить это фановское движение, чтобы отвлечь молодежь от политической борьбы. Если до 79-го года вообще это самое, даже свистеть на стадионах не поощрялось, бывает запрещалось. Только можно, да, мне кажется, это не оттуда, это все равно с Запада пришло, просто как вот Битлз, типа того, это же вот фанаты-то английские, их же все равно, вы помните, английских фанатов-то запретили, когда на сколько лет их из Еврокубков-то выкинули? Ну, на 5 за лет, их... да, помню. Тем не менее, КГБ это поддержало и правильно сделало. Ну, я не думаю, что КГБ тут что-то, ну, там, скорее всего, это вот все равно стихийно. Больше стихийно, я думаю. Но, тем не менее, вот такие начали объединяться фановские движения, приезжали там. Вот, тогда да, просто открытость была, да, уже какая-то. И вот эти, и матчи международные, и в Еврокубках там, ну, нормально играли. Понятно. Тут туда-сюда. И тем более Олимпиада 80 проходила, как бы. Ну да. Все равно уже более-менее было. Ну хорошо, ладно, жду вас на канале. Если вопросов больше нет, спасибо за беседу. Всех благ вам. Ну, вам того же. Футболом интересуетесь или ранее интересовались? Вы знаете, я как бывший профессиональный футболист вообще сейчас футболом не занимаюсь и не интересуюсь. А где вы играли как профессиональный футболист? Я в Баку играл. В Баку? Я играл в Баку, в юношеской сборной, потом в молодежной сборной играл, в Азербайджане. А, то есть в Нефчи Баку, да, играли? Да, в юношеской, да, в Нефтяне. А, так Баку, вы, да, так вы не коренной киевлянин, вы приехали из Баку? Да, у нас война, войнушка же там же была у нас. А, это вы в 90-х приехали, наверное, да? 89-й, 88-й и 89-й. Ну да, да, это Сумгаит же, по-моему, был, да, там? Ну, Сумгаит это уже следствие. Ну, понятно. Ну, хорошо. А вот, это вы играли, наверное, в 80-х, вы играли в 80-х, да, за Нефчи? В 70-х. Да. То есть вы играли в основе? Ну, в молодежке, да. А, в молодежке, я понял. Ясно. Я знаю, я помню, что самый знаменитый из Азербайджана футболист – это Банишевский. Ну вот Банишевский нас тренировал. Банишевский тренировал нас и еще тренировал нас задолго до тренера Анатолий Банишевский, 9-й номер. Ну да. А его был заместитель, кажется, Тофик Аббасов. Я, кстати, во второй половине 80-х, во время учебы в аспирантуре в Москве, был председателем Московского общества болельщиков «Металлиста». И вот «Металлист» взял один из последних кубков СССР, 88-й год. Я вот был на банкете в Москве на первоначальном, и этот кубок даже в руках подержал. Кубок СССР. Это когда харьковский «Металлист» что-то там забрал? Ну да, он выиграл один из последних кубков СССР, 88-й год, я же вам говорю. А до этого, то есть «Металлист» такая кубковая команда. Он в чемпионатах особо не блистал. А до этого он в финале проиграл «Шахтеру». Там Старухин рукой забил гол, типа как Марадона впоследствии. А еще до этого, по-моему, 86-й год, он проиграл в полуфинале «Спартаку» по пенальти в Харькове. А «Спартак» потом проиграл в Москве финал «Ростову». Андреев забил за 5 минут до конца. И вот когда фаны Скоростов, там 4 поезда фанов ехали из Москвы в Ростов, они за 70 километров до Харькова и после Харькова, то есть от Белгорода до Балаклеи, развесили плакаты между вагонами с таким содержанием.
Харьковчане, слушай нас, отомстили мы за вас. Не спасла Спартак от гола Федерация футбола. Молодцы, я этого не знал. Ну, просто не знал, не увлекался, не интересовался, поэтому ну, я не фанат. Но интересно, спасибо. Понятно. Ну, хорошо, ладно. Спасибо за беседу, всех благ. Недолго музыка играла, недолго пока я танцевал. Киев чемпион был Советского Союза много раз? Ну, достаточно. По-моему, раз 8 был. Ну, а вот я с Киева и держусь просто своим клубом. А я его... Всех тупо А я очень... Дрюкал всех. Я понял, я очень... Это логично, если вы с Киева и гордитесь своим клубом. Я очень негативно отношусь к вашему клубу, потому что это клуб шакалов. А почему же? А я объясняю, клуб шакалов. В 78-м году... Конечно. А что вы смеетесь? Вы просто не знаете... А почему шакалов, собственно? Потому что Лобановский мог через Щербицкого, тогдашнего лидера Украины, в течение 3 дней по звонку забрать любого игрока из другого клуба Украины. Да Динамо. Ладно, да меня это вообще не интересует. Ну, политика мне не... Это не политика. Вы же спросили, я вам отвечаю, почему команда Шакала. А, все, окей. Все. Это защитная реакция, все понятно. В 78-м году Металлист опустился в низшую лигу из-за того, что Харьковский. Из-за того, что Лобановский забрал 6 ведущих игроков. Надо слышали такие, как Бессонов, Болтача, Севуха. Да. Вот он все забрал из Металлиста. А Галин Металлист полностью. А Металлист команда Гондона никогда не стал чемпионом. Мы вот так вот орали всегда. Ну, я знаю, что вы. Да. Металлист кубок взял. Никогда не стать чемпионом. Металлист. Я был во время учебы в Москве в аспирантуре председателем Московского общества болельщиков Металлиста. И я Металлист взял... Один из последних кубков СССР в 88 году. Я был на банкете, даже этот кубок в руках подержал. Вау. Кстати. А у Днепра больше этот клуб, Днепропетровск. У Днепра больше, да. Да. Интереснее клуб сам по себе исторически. И Днепр вообще по-хамски тоже Киев относился к Днепру. А, ну конечно. В 83-м году Днепр дубль взял. Он был чемпионом СССР и обладателем кубка. И кубок СССР взял. Лобановский забирает из него Протасова-Литовченко, Динамо Киев, и имеет наглость заявить, что мы забрали этих отличных игроков в лучшую команду Украины. Это при том, что Днепр действующий чемпион лучшую СССР. Лучшую команду Советского Союза. Ну, он сказал Украины, я дословно говорю. Это в то время как Днепр, действующий чемпион СССР. А у меня Федяненко фотография есть на прошлой неделе, извините, что перебил фотографию. Ну я понимаю. Ну я помню Демьяненко. И из ваших игроков уважение заслуживает лишь Блохин, потому что он киевский сам. Сам в киевлянин, коренной киевлянин. И еще был коренной киевлянин у вас. По-моему, ну, Боб это более старый, там, то ли... Андрей Шевченко свою осознанную жизнь не в Киеве провел, нет? Но он родился не в Киеве. Вот коренной киевлянин... Осознанная жизнь его начала. Ну, понятно, что если у Бессонова тоже осознанная жизнь в Киеве, он харьковчанин же. Погнался, ну, погнался за деньгами, потому что его Лобановский забрал. Я понимаю. Я говорю, что из коренных киевлян знаковых у вас только Блохин, и вот я забыл, по-моему, Биба или Рудаков, кто-то вот еще там. Кто родился в самом Киеве, из таких из знаменитых игроков. Остальных всех вы забирали из других клубов. Ну, ты просил, я тебе объяснил, почему команда Шакала. Понял, ясно. Ладно. Давай. 3 обладателя... Да я знаю ваши заслуги, да, еще бы не хватало... Еще бы не хватало при таких благоприятных условиях формирования, вы бы не достигали этих успехов. Естественно, что вы имели режим наибольшего благоприятства и достигали определенных успехов. Молодцы, что я могу сказать. Динамо всем подход сдавало, и все нормально. Ну, да. Ну ладно, ну тем не менее. Я вообще ваши отношения слишком
снобистское это, к другим клубам. Вот я когда был в это самое в Москве председателем Московского общества болельщиков металлистов, я повторяю, вот на... О, Москва, какой хуёвый город. На... Ну, кому как, я Киев считаю хуёвый город, а Харьков и Москву хорошим, и Нью-Йорк. Подождите, а Москва это кто? Это кто? Это что за город вообще? Ну ладно, мы ж ни о чем, я тебе рассказываю другую историю. Вот когда приезжали, когда... Где русские силы, Москве? Вот смотри, в Москве тоже было общество болельщиков Динамо Киев, где-то активных болельщиков было 4000. И на матче Спартака из Киева приезжало 4000. То есть поддержка была у вас довольно солидная. В Москве 8000 фанов Киев поддерживала. Ну а на ЦСКА Динамо приезжала поменьше, там где-то 4 московских тысячи и активных, и там 2000 приезжали. А вот когда они приезжали, я вот с ними, там у них были тысячники, то есть отвечающие за 1000. И сотники. Кстати говоря, это вот грамотный ход КГБ был, когда они вот до 79-го года вообще запрещали всякое фановское движение. А начиная с 79-го разрешили, как прямо как на Западе, ничуть не уступало по свободе. То есть там всякие фаерсы, шарфики, флаги, все разрешалось, начиная с 79-го года. Это атрибуты называются. Атрибуты, просто, правильно. Правильно, начиная с 79-го года. Вот, так вот, когда они приезжали, и организация была контролировалась, то есть там были тысячники, отвечающие за 1000, сотники за 1000. Но я некоторых сотников знал ваших из Динамо Киев. Они мне всегда говорили: Олег, ты пойми, вот это вот металлист, черноморец, шахтер, Днепр, это все рабочие лошадки. Это клуба, это Днепр нормальный лошадки. Это все рабочие лошадки для нас, вот так они говорили, с таким снобизмом. Да. Вот. Ну я тебя понимаю, да, ты крутой, за Динамо Киев болеешь. Ладно? Если есть вопросы, когда... А ты грех не болеет. Ну я тебя понял, раз ты киевлянин, я согласен с тобой. Если ты киевлянин, то да. Ну ладно, если вопросов нет, давай успехов. Вопрос еще один, а по футболу, по советскому мы понял, а непосредственно по чемпионатам зарубежным вы специализируетесь? Ну, я как металлист обанкротился, я вообще перестал следить как-то от расстройства, а так раньше следил за Манчестер Юнайтед. Ну, Ярославскому спасибо, можно сказать, что Курченко продал. Ну да, молодец. Да, да. А вот это, кстати, ты знаешь, как... Какое было лучшее достижение сборной СССР на чемпионатах мира? Нет, честно, не помню вот касательно исторических каких-то достижений. Знаю, что СССР выиграл первый чемпионат по Европе по футболу. Да, Европы, да, в Европе больше у них достижений. А в мире лучшее достижение 66-й год в Англии чемпионат, бронзовые медали. И вот тогда был Паркуян, он, по-моему, был черноморец, а потом вы тоже забрали. Тогда звездой... А кто выиграл Мундиаль? Англия? В 66-м? Да, вот, да, да, Англия, это да, посмотри, это... Ну, кто бы сомневался. Нет, ну я понимаю, но это же был скандальный матч Англия-ФРГ, когда это самое, там судил Тофик Бахрамов, советский арбитр, боковую, а, значит... Лайнсман. 2-2 счет был, немцы, или в общем, немцы забивают знаковый гол. А, 2-1 был в пользу Англии, а немцы сравнивают счет. А, не, ну, в общем, короче, немцам один гол не засчитали, а там был, там мяч, значит, был крученый, он залетел за линию и вылетел. Еще не было камер, и вот они долго спорили, минут 5, наверное, спорили, был гол или не был. В итоге судья был испанец главный, он все свалил на Бахрамова, это азербайджанец, который советский судья. А это, значит, Бахрамов сказал засчитать гол, а потом он в своих мемуарах объяснял так. Его спрашивали: вы что, видели? Он говорит: я не видел. Но я, говорит, посмотрел на королеву, она мне кивнула, и я указал на центр. И я указал на центр. Круто, да? Посмотрел на королеву. Королева Мора покупала. Согласен. Да, она мне кивнула, и я указал на центр. Вот такие новости.
Ну ладно, давай, успехов. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит, не искушай ее. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей, отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Они ж передали. В 1922 році. Воронежскую область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, не спокойно? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Вау. Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! We'll be right back.